Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем рисовать девочку в прыжке. Сначала нарисуйте фигуру девочки с пропорциями девочки-подростка. Туловище должно быть слегка согнутого. Руки должны быть подняты вверх. А ноги согнуты. Ребята, не забывайте подписываться на меня. И смотрите видео полностью. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Далее нарисуем основной контур. Ручки рисуем. Здесь у нас руки. И с этой стороны здесь локти. Здесь рисуем только линии посредине и две линии. Ну, вот. Стираем все ненужные линии. Я стерла ненужные линии. Рисуем уши, брови, глазки, носик, ротик, рисуем руки, другую также.
рисовываем палец. А у нас примерно тут часть получилась. Теперь рисуем линию.